Так, Юпитер. Наш хорошенький Юпитер 4 мая 2021 года в Харькове. .02 по Киеву в Харькове. Уж не знаю насчет большого красного пятна, но полосы я вижу вполне себе четенько. Так. Экваториальная полоса. Видны в окуляр замечательно. Ну это ветер нам мешает. Елки-палки. Сильный ветер хорошо разогнал облака, но. Да, и, наверное, опять же, в комментариях пишут, что спутников на экране не видно, но мне в окуляр слева, касаясь Юпитера, видны спутники. Один, второй, третий. Ганимед сейчас как раз за Юпитером, его не видно. Ну ладно, хоть полосу увидели, уже хорошо. Сатурн уже в таком ясном небе, конечно, я не засеку сейчас. Как-то я это дело прозевал. Ну, не то, что прозевал, были заботы. Не смог раньше выйти. Да, ну небо не абсолютно чистое. Пожалуй, лучшей резкости не поймаю. Ну вот слева очень хорошо я вижу спутник. Четко, отдельно. Он касается буквально Юпитера. Левого края Юпитера. Хорошо, пошли на Луну посмотрим и рванем на работу. Четыре часа утра, без 15, снял пролетавший над Харьковом МКС. Предыдущим дублем можно посмотреть на канале. Вот у нас полулуние. Было полнолуние, теперь у нас полулуние. Линия терминатора аккурат практически посередине проходит. Сейчас я уменьшу выдержку, дабы колоритнее это все выглядело. Начала подниматься, да? Смотри, какая краса. Посередине экрана еще поставить для гармоничной системы формирования. Половина Луны на середине экрана. По-моему, чудесно. Да, линия терминатора подбирается к кратеру Платон.
Да, вот этот кратер, который сейчас на экране кругленький, аккуратненький. Это кратер Платон 100-километровый. По нему хорошо ориентировать свой ветер какой. О размерах предметов, которые мы видим на Луне. То есть, ну вот легко понять, левее, чуть выше Платона, это будет кратер километров 10, да, мы этот объект видим. Половину его мы тоже видим. То есть 5-километровые объекты мы тоже увидели. Ну, конечно, в комментариях пишут, с такими увеличениями человека увидеть, конечно, невозможно. Даже здания какие-то невозможно. Ну, там в километре, если что-то на Луне есть, какие-то очертания можно разглядеть. О, как ветер шумит. Ужас. Надо это порвать. Да, Юпитер уже почти не виден на небосводе. То есть 5.09 по Киеву, Харькове, 4 мая 2021 года.